Леонардо Ионовича, он мне надоел уже. Нет, я занят. Занят я. Я куда занят? Вон тут, не могу его выгнать. Трехлитровая банка. Выгоняю. Не могу. Практически полностью заполнены. Саш, привет. Ну, что я могу вам сказать? Видно, что в этой банке присутствует хозяин. Не-не, хозяин это старик Хоттабыч, знаете, загадывайте желание. Кстати, перед этим, Инжир, стоп, что у нас там было? Хурма, вот, вот эта хурма еще только растет. Кстати, не могу снимать его полностью, потому что он в служебном костюме, и вообще-то он работает на ядерной станции. Алло. Спасибо. Кстати, это была шутка. 1:12. Мы перешли в длинное видео. Значит, смотрите. Ну вот, я вам сейчас объясню. Как это делается? Берем 3-литровую банку, да? Что мы дальше делаем? Вообще ничего не делаем. Ну, опускаем мицелий. Ну, мицелий это, ну, типа гриб. Он сам по себе растет. Я сейчас откатаю дальнее видео.